Привет! Добро пожаловать на канал Королевства вкусных блюд. С вами Ольга. И сегодня мы приготовим куриную грудку под сыром с горошком и кукурузой. И если вы еще не подписаны, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много новых, интересных, вкусных рецептов. Давайте начнем готовить. Для этого блюда мне понадобилась одна грудка. Разрезайте ее на 3 пласта, и у вас получится 3 блюда. Хорошо взбиваем с обоих сторон, солим по вкусу, перчим. Также с обоих сторон. Укладываем на противень и подготавливаем начинку. Берем консервированную кукурузу, горошек, добавляем майонез, перемешиваем, и начинка готова. Трем любой твердый сыр на ваше усмотрение. Начинку выкладываем на куриные грудки. Кладите так, чтобы начинка была посередине, в центре. Так при запекании она не расплывется. Сверху также укладываем сыр. И перед запеканием налейте в противень кипяченой водички. Так грудки будут сочнее. И отправляем в духовку. Вот такая вкуснота у нас получается. Очень нежное, вкусное и необычное блюдо. Если вам понравился рецепт, делитесь им с друзьями, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. И до новых встреч! Готовьте с любовью, живите вкусно!